Всем привет! На связи Игорь из Ультравыхлоп. На этой Audi мы установили вакуумную заслонку, поставили насадки Акропович. Они выделяются, но не сильно, в меру. Многие думают, что тюнинг выхлопа – это чисто молодежное занятие. На самом деле это не так. Периодически к нам приезжают и средний возраст, и более старшего возраста люди. Но запросы у них другие. Если мы говорим про молодежь, молодежи нужно максимально громкий, объемный звук, крутой, брутальный выхлоп, чтобы их было слышно, их было заметно. Этим людям же необходимо немножко другое. Сделать машину не орущей, не кричащей на весь район, а именно такой вот мягкий бас, бархатный, пробулькивающий звук. Собственно, этого мы и добиваемся. Мы по запросу клиента подбираем именно тот звук, который необходим. И давайте с вами послушаем, как же она звучит на закрытую заслонку и на открытую. По-моему, очень классный звук выхлопа получился. А как вам? Пишите в комментариях. Если хотите также, звоните по телефону или пишите нам. Все ссылки в комментариях. А я поехал сдавать машину довольному владельцу.